Добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На данный момент комплект акустики Pioneer, как мы видим. Так, ну и акустика это начального уровня, фактор 5.0. То есть вот поставляется в такой упаковке. То есть вес 4,8 килограмм. Так, ну и тип S11. Так, ну и давайте распакуем, что там находится. Так, ну внутри коробки, как обычно, пенопласт. Так, и находится у нас здесь кабель. Так, ну тут три смотанных кабеля для центральной и фронтальной акустики, длина 4 метра. Так, ну и два кабеля, это для задней акустики, сараунда, так называемого, для того, чтобы подключить приновить диски. Ну, в таком комплекте. Дальше у нас 4 крепления на стену, либо на стойке. Так, 4 винта для крепления колонки. Так, и еще есть, если ставится на полку, ну, антискользящие наклейки. На каждую колонку по 4 штуки. Черный. Так, здесь центральная колонка. Одна полосная, один динамик располагается. Вес около килограмма. Так, вид сверху. Так, вид сбоку. Так, единственный недостаток, то есть здесь нет крепления, не предусмотрено. То есть отжимные клеммы для подключения кабеля. Так, рассчитано на 6 Ом. Так, ну и 150 Ватт. То есть изготовлено 2017 года.
компания Pioneer возобновила, то есть последний срок поставки, как я видел в интернете, был 2012. Ну, вот в 2017 году, то есть они возобновили поставку. Так, вид снизу. Так, вид сбоку. Ну и другой вид сбоку. Так, вес около килограмма. Так, ну и следующий колонки. То есть это у нас задние колонки сараундные. Так, вид сбоку. Здесь вот крепление пластика на стену, чтобы крепить при помощи пластиковой вставки. Так, тоже 150 ватт на 6 Ом. Так, и вес 0,6 килограммов. Так, вид сбоку. Вид спереди однополосный. Еще раз вид сбоку. Вид сверху. Так, ну и вид снизу. Так, еще раз повторяю, это сараундные колонки. Сараунд написано. То есть устанавливающие сзади. Так, ну и это, скорее всего, фронтальная колонка. То есть вес ее 0,8 килограмм, тоже однополосная. Вид сбоку. Так, вид сзади. Тоже 6 Ом. Так, еще один вид сбоку. Ну и здесь такой же вид сверху, как на сараундных. Так, ну и вид снизу. Так, ну и на всех стандартные клеммы отжимные. Так, вот что из себя представляет колонки Pioneer для домашнего кинотеатра. То есть остальное я уже не буду распаковывать. Там, в принципе, пара сараундных и фронтальных колонок располагается. Так. Всем спасибо за внимание. Кому было полезно. До свидания. До следующих распаковок. Ну и удачных покупок.